Есть лишние скины? Хочешь выиграть реально крутые вещи? Заходи на ksgofast.ru, делай свои ставки и выигрывай реально крутые скины. ksgofast.ru. Проверь свою удачу. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Кофи, и сегодня у нас очередной патруль в КС-ке. Значит, сейчас мы посмотрим, что... Ого, парень, полегче! Вы только посмотрите, что творит эта машина. Ребята, мне кажется, что сегодня мы нашли реально очень опасного читера. О, господи, вы видели, что он только что сделал? Вы это видели? Подождите, либо это просто шара, либо ему реально повезло, либо я не знаю. Подождите-ка, давайте еще раз посмотрим. Так, давайте здесь замедлим и посмотрим. Так, стреляет в голову, стреляет просто ровно точно в голову. То есть пули летят туда, куда он и, точно в цель. То есть куда он прицеливается, да, пули летят. Окей, тогда давайте дальше смотреть, потому что реально очень интересно. Он очень красиво сейчас только что сделал эйс, и уже становится интересно, щитами же он сделал его или нет. Если же, конечно же, без щитов он это сделал, это, конечно же, респект, чувак, просто крут, потому что такие эйсы, они реально очень крутые и красивые. А если с щитами, то, чувак, ты просто дно, удали игру и всякое такое, знаете, да? Так, ну-ка, давайте посмотрим. Значит, пробирается нас по-тихому смотреть на Титаник. Странно, что шифтит, вот как будто знает, да, что здесь... А хотя нет, здесь слышно, как топают люди. Так, раз, два. Офигеть, реакция! Что происходит? Подождите, ребят. Одни только головы, вы посмотрите. Одни только хедшоты. Если он сейчас еще раз сейс даст, то... Боже мой. И еще... Ребята, ну... Второй эйс подряд, вы серьезно? А второй? Будет ли третий, ребят? Будет ли третий эйс? Боже мой, что же творит этот чувак? Не, но, знаете, ребят, мне уже реально кажется, что это читы, потому что, ну, не... Но, не знаю, это как-то он странно, блин, это реально читы, не, это реально читы, ну, все. Нет, третьего эйса подряд не будет, потому что все-таки у нас один контртеррорист из нашей команды, он, значит, там сделал минус, смыки, вот. Ну, смотрите, вот опять, не, знает то, что там находится, смотрите, даже угол берет такой, чтобы попробовать достать от чувака. Нет, это ВХ, это вот уже стопудово ВХ, и опять голова, да вы гоните, что ли? Еще... Нет, это читер, здесь и ВХ, здесь и АИМ, я не знаю, на самом деле, как называются точно все эти читы, да, ребятки, напишите, пожалуйста, в комментарии, как они точно все называются, да, и, пожалуйста, поподробнее желательно, потому что реально интересно, что какой чит делает, вот, а, ну, а здесь реально читер, это точно читер, потому что, смотрите, вот, кстати, вот сейчас, опять, еще один хэдшот, да, боже мой, сколько он сделал сегодня минусов, точнее, сейчас он сделал минус 3, он сделал минус 3 минусов, понимаете, да? То есть, ну-ка, вот давайте просто я вам покажу, да, вот сейчас пока замедлим, да, чтобы я успел пока вам показать. Счет 16-0, четвертый раунд, 16-0, четвертый, просто четвертый раунд, понимаете, да? Просто за 3 раунда чувак сделал 16 киллов, за... Стоп. А, нет, за 4 раунда, за 4, извиняюсь. За 4 раунда чувак... Еще, боже мой, 17-я голова. Давайте будем считать, сколько головок у нас сегодня будет. Так, это была у нас, получается, 17-я головочка, да? Так, давайте здесь немножко ускорим. Так, ну, точнее, не ускорим, а включим обычную скорость. Так, а вот здесь, пожалуйста, заметь. А, хотя террористы, что, они стоят уже просто все на респе, потому что это реально, здесь это ГГВП. Здесь уже реально нечего делать против читера. Так, я уже сбился с счету, какая-то головка по счету. Опа-на, опа-на. Забрали нашего, за подозреваемого, нашего читера, что-то такого. 20 головок, ребят, 20 головок собрал наш читер. Боже мой, и мне кажется, это не конец. Мне кажется, просто, понимаете, 20 головок подряд, что это за бред? Что это за читы такие, я вообще не понимаю, боже мой. Просто пусть этот читер, я не знаю, это нужно сразу баном удачи, если дадим ему сразу бан, боже мой. И смог, смотрите, если он сейчас убьет смогу, я буду вообще угорать. Вот если... Это ВХ, это ВХ, это АИМ, боже мой. Это жесть, друзья, это просто жесть, просто посмотрите, даже не палится, просто, ребят, особый случай на сегодня, человек, который читер, который вообще не палится, причем так все делает, вот, знаете, в кавычках, беспалевно, да, то, что вообще
Даже не подумаю, что он читер. Не, ну конечно, мы же все простреливаем в смог. Мы же все стреляем так ровно. Да. Мы же все убиваем столько людей за 5 раундов. Да, конечно, мы же все так играем. Боже мой, это же жесть, ребят. Это, я не знаю, это такой читер вообще. О, боже мой, о, боже. Так, ну-ка, давайте здесь замедлим. Просто я хочу еще понаблюдать, знаете, смотрите. Раз, голова. Ого! Вот это... Как это вообще происходит, скажите, пожалуйста. Он сам не успевает даже перевестись на головку, как уже убивает. Это же жесть, это же просто жесть. Итого, сколько у нас на счету уже? 24 головы, друзья. Так, это уже хорошо. 24 головы, это просто жесть. Так, давайте Так, стоп, что-то не работает. Так, Shift, F2. Вот эта панелька у нас открылась. Так, давайте здесь перемотаем. Так, и включим. Опять же, обычной скорости. Просто давайте будем смотреть и угорать, потому что... Боже, как же мне бесят эти люди, которые играют с читером. Потому что я сам недавно играл с читером, ребят, и он играл вот примерно так же. Только он, знаете, стрелял в пол, да, и убивал при этом. Вот меня просто раздражают эти люди, потому что, ну блин, ну вот ради чего они все это делают? Это же даже не смешно. Вот ты вот играешь так, и сразу же пропадает интерес к игре. Чтобы был какой-то интерес к игре, нужно самому учиться, нужно играть без читов, чтобы, когда ты играешь хорошо, чтобы люди писали, что ты читер, хотя ты не читер. Вот когда будут люди писать такое, тогда все, ты будешь просто довольным человеком, который умеет, наверное. Ох, так вот ты посмотри, 3 головки, так, давайте, 4, 5, ну хотя, смотрите, они просто от ВК, да? Так, здесь что-то он, смотрите, как-то нет, не попадает. Так, если, вот неинтересно, вот убьет он слева или нет? Или все-таки слева человек, террорист убьет? Ну, давайте посмотрим. Так, это знаете, как игра кошки-мышки. Итак, кошка продвигается к мышке и... Или, или же режим hide and seek, да. Или же режим hide and seek. Мне кажется, его хотят сейчас зарезать просто на ножик, да? Ну, смотрите, даже не пальцы. Хотя там уже, в принципе, инфа, тоже там стоит этот чел. Так, нет, ну, что-то странно, да, ведет себя вот наш подозреваемый. Вот именно вот в этом случае он сейчас очень странно вел. Он просто бы зажал сейчас, и все. А, подобрал калаш. Вот сейчас тоже будет интересно. Так, давайте посмотрим, что же он будет нам продемонстрировать, что же он продемонстрирует с калашиком. Так, смотрите, раз, головка. Нет, не попадает. А давайте здесь, что здесь даже, не знаю, что здесь замедлять. Здесь уже сразу понятно, что этот игрок читер, потому что, смотрите, 7 раундов пока что отыграли. Да, за 7 раундов 28 киллов. То есть, в каждом раунде он примерно делает по минус 4. Офигеть, друзья, просто жесть. Так, раз, два, три, три, четыре, 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 пять. Ха-ха, 5 хедшотов, друзья. Очередной эйс от нашего подозреваемого. Это просто жесть, друзья. Нет, от таких людей нужно просто избавляться сразу же. Это нужно сразу же им давать бан. Я не знаю, что делают вальвы. Я бы уж, блин, делали, не знаю, улучшили бы какую-нибудь защиту, я не знаю. Но здесь реально, смотри, здесь и ВХ, здесь и АИМ, наверное. Да, нет, здесь не наверное, а АИМ есть, да. Потому что, что же творит этот подозреваемый? О, боже, если бы я так играл без читов, друзья, это было бы, конечно, здорово. Но читы, друзья, это дело плохое. Поэтому приговор патруля нашего сегодняшнего таков, то что есть убедительное подозревание, конечно, не знаю, что там еще могло быть, но вообще пусть будет. И сюда неподобающее поведение. Это, короче, все, читер, это тоже, значит, неподобающее поведение, потому что поэтому мы даем сегодня по полному, значит, да, вот по полному графику. Вот, короче, вот такие вот все приговор вот такой, в общем, мы ему даем. Все, опубликуем свой вердикт, потому что, боже мой, ну что это такое? Что это такое только что было, друзья? Пожалуйста, я просто вас призываю. Если кто-то играет с читами, если кто-то сейчас смотрит этот ролик, и кто-то играет с читами, пожалуйста, не читерите. Я вас просто вот... Вот просто, ребят, реально, даю вам совет, лучше не читерить, это реально, лучше не читерить. Играйте, тренируйтесь, но лучше без читов, правда, да зачем? Это бессмысленная просто трата своего же времени. Ну что ж, дорогие друзья, на этом заканчивается очередная серия нашего патруля. Сегодня мы, надеюсь, мы его забанили, потому что мы, ну, мы отправили на него репорт, да, мы, то есть, помогли, в принципе, Valve поймать очередного читера, потому что, нет, ну я реально не понимаю этих людей. Я уже, в принципе, не раз это говорил, то, что я ненавижу читеров, потому что вечно они... мешает просто нормально, адекватной игре, потому что, ну, это несерьезно, реально, ребят, вот читы, это несерьезно. Еще раз повторюсь, пожалуйста, не играйте читами, просто никогда. Ну, я думаю, что на этом можно закончить, друзья, не забываем комментировать ролики, не забываем ставить лайки, не забываем подписываться также на каналчик.
Ну, на этом я все. С вами был Кофе, друзья. Не читерите, и все будет хорошо. Всем пока-пока.